Не знаю, знаете ли вы, но в ТикТоке популярна такая фигня, как вы включаете определенный звук, заранее его не слыша, и такой вот своеобразный челлендж-чек делаете. Причем это нужно делать с кем-то, там, с подругой желательно, там, со знакомой. И все бы ничего, всякие челленджи были там. Кто самый лучший ребенок в семье, там, я не знаю, там, кто самый умный и прочее, прочее. А сейчас оказывается проститутка-чек. Кто больше проститутка-чек? Кто из вас постоянно ходит на тусовки? У кого раньше был секс? Кто больше пьет алкоголя? У кого больше дури? У кого больше сиськи? У кого был секс на тусовке? Кто больше врет? У кого есть красное кружевное нижнее белье? Теперь весь ТикТок знает, что ее подруга, в общем-то, такая интересная деваха.